Вопреки всему и несмотря ни на что, реутовчанин Егор Егоров стал лауреатом именной стипендии губернатора Московской области. 300 детей с ограниченными физическими возможностями были отмечены Андреем Воробьевым за успехи в учебе и творчестве. Среди них и Егор. «Никогда не унывать», – девиз Егора. Он всегда идет наравне со своими сверстниками. Учась в 6-й школе, стал призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады по информатике. «Итоговая работа – футбол. Это игра, в которой член команды должен забить мяч в ворота другой команды любой частью тела, кроме рук. В моей обязанности было графическое обоснование объекта». Графика, визуальные эффекты, написание программ. Вообще с компьютером Егор на «ты». В свободное время увлекается виртуальными играми. Но сейчас его практически нет. С этого года он студент колледжа. Жизнь вдруг круто изменилась. «Я учусь на юриста по общественным делам, по общественным вопросам. Первоначально я мама хотела, чтобы я был программистом, но я вот как-то передумал». Награждается Егоров Егор, обучающийся средней школы номер 6 городского округа Реутов. Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Победитель школьного проекта «Ученик года» в номинации «Интеллектуальный марафон». Именную стипендию губернатора области Егор получает как раз за то графическое оформление. Всего в зале 300 призеров. Каждому полагается по 50 тысяч рублей. Премия существует с 2008 года, причем сумма постоянно растет. «И я очень надеюсь, что среди вас те, для кого эта победа не последняя, а я надеюсь, что это все ребята, которые сидят в зале, что это лишь ступенька к тому успеху, который готовит вам жизнь». Как потратить свою награду, Егор уже решил. Все деньги уйдут на учебу. И несмотря на то, что информатика сейчас всего лишь увлечение, забрасывать он ее не собирается. В жизни этот навык пригодится. Владислав Момот, Виталий Шкурин для РТВ.